У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Кто сегодня не знает эти строки? Многие выучили их еще в раннем детстве, но далеко не все понимают, что это произведение Александра Сергеевича Пушкина не просто сказка, а нечто большее. Если бы все наши люди прочли Руслана и Людмилу так, как нужно, если бы все наши ученые прочли бы Моцарта и Сальери так, как нужно, и устыдились бы этого, если бы наши политики, и не только политики, но и все мы, прочли бы «Капитанскую дочку», в которой говорится о милости, которая выше справедливости. Библейская истина. Да, это было бы замечательно. Профессор Виктор Ефимов вместе со своими единомышленниками уже 20 лет занимается глубоким изучением творчества великого поэта и писателя. В детстве он зачитывался сказками Пушкина, но тогда еще не знал, что могут скрывать в себе эти произведения. Я начал практику прочтения, такую реальную, уже не букварную, с этой книжки. Она настолько меня захватила, и это были ярчайшие такие образы. Я, так сказать, допоздна читал, потом ложился спать, и во сне все это у меня, вот эти яркие картины, эти переживания за Людмилу, они просто настолько глубоко проникли в сердце. Гораздо позже мне уже довелось получить информацию об особом мистическом характере любых произведений Александра Сергеевича Пушкина. И тогда я понял, что за образом Людмилы в символике Пушкина представлен народ наш многострадальный, Людмилый. С годами для Виктора Ефимова образы в произведениях Пушкина становились все понятнее. Поэтому Руслан и Людмила сегодня видятся ему зашифрованным посланием из далекого прошлого. Голова, которую встречает Руслан на своем пути, это власти, так называемая элита, живущая отдельно от народа. Борода, с ее помощью карлик Черномор уносит главную героиню, символизирует ростовщическую кредитно-финансовую систему. Руслан в схватке с головой овладевает мечом, и меч – это всегда символ знаний и развлечения. Я для спецслужб, когда что-то рассказываю, подчеркиваю, что на значке кинжалы – это не для того, чтобы колоть, а для того, чтобы думать. Руслан – это, по сути, наша система посвящения, такие свято-русское жречество, представленное финном. Но Руслан, как такие ныне тоже активизировавшиеся в России структуры. Руслан овладел мечом, и что он делает? А он у Карлы бороду обрубает. А у Карла вся сила в бороде. После того, как ему бороду обрубили, представьте себе, что перестали Соединенные Штаты или Европа печатать свои деньги, или мы отказались их принимать. И все, на этом, вся сила их закончилась. У них нет ни леса, ни нефти, ни газа, ничего вообще, кроме умения печатать деньги и тем самым встраивать остальные страны в свой фарватер. Однако неуловимый на первый взгляд подтекст скрыт не только в знаменитой сказке. Все творчество Пушкина, по мнению исследователей, имеет скрытый смысл. В любом его произведении за тем или иным персонажем стоит не просто отдельный человек или его характер. Герои Александра Сергеевича на уровне второго смыслового ряда символизируют народ или глобальные социальные явления. Колоссальные деньги, колоссальные усилия, научные в том числе, вкладываются в то, чтобы обосновать, что ничего этого нет. Нужно просто слушать музыку стиха, нужно слушать эти вдохновенные строки и все, получать эстетическое удовольствие и сокрыть мировоззренческую глубину творчества.
творчество Пушкина. Это не такая простая задача. В нее вкладываются очень серьезные деньги, и над этим работают очень серьезные люди. Информация, которая заложена в его творчестве, она дается людям по нравственности. То есть люди, ну, ищущие добро, они эту информацию понимают. Люди, которые хотели бы просто делать свой собственный бизнес, им это в творчестве Пушкина не увидеть. Конечно, не все ученые видят именно такой подтекст в произведениях гения, но многие сходятся во мнении, до понимания Пушкина нужно дорасти. Изучают в возрасте 15 лет любовную лирику Пушкина. Рановато. А как можно в возрасте 16 лет понять глубину маленьких трагедий? А как можно понять Руслана и Людмилу? Это же не сказка. Это же икона России. Это так много, что совсем непонятно, как этот юноша, что так, без царя в голове, только что кончивший лицей, да, бегавший пить жонку с гусарами, и, наверное, не только к гусарам бегавший, но и к девицам, до которых он был весьма охоч, как он в это время, без всякого опыта жизненного, мог такое написать? Непонимание таких глобальных схем управления, о которых в своих произведениях говорит Пушкин, говорит на уровне второго смыслового ряда, и приводит к тем последствиям, которые мы имеем в нашей экономике, в нашей нравственности. Даже Пушкин брал образы для своих творений. Дело не только в феноменальной фантазии. Жители деревень Кобрина и Суйда считают, что легенды, на которых поэт основывал свои произведения, родились именно в этих местах, на земле предков Александра Сергеевича. Здесь в Суйде жил Абрам Петрович Ганнибал. Здесь в Суйде венчались его родители. И по одной из более вероятных версий, именно его старшая сестра родилась в Судинской усадьбе, потому что Кобринское имение было в достаточно ветхом состоянии. Но Александр Сергеевич Пушкин, к сожалению, здесь мог бывать только в раннем детстве. Потом все эти места он проезжал, но не останавливался. В те времена этот край процветал. Абрам Петрович Ганнибал был известным новатором. Здесь появились первые поля картофеля, современные на тот момент парк и оранжерея, поселок Суйда – это родина Арины Родионовны, няни Пушкина. Арина Родионовна здесь, конечно, бывала много раз. Она здесь тоже бегала, здесь девчонка. И потом, когда тут она у барина, значит, работала в усадьбе, когда была няней. То есть это все очень связано с этим местом. Конечно, истоки нужно искать здесь. Вот местные топонимики, в местном фольклоре. Вот все рождается отсюда. Жители деревень уверены, что лукоморье, описанное Пушкиным, тоже находится здесь. Пруд в форме лука был выкопан в Суйде еще в 17 веке. В его излучине и стоял тот самый дуб с золотой цепью и ученым котом. По разным данным, дереву было от 600 до 750 лет. В некоторых справочниках этот дуб значится как старейший в Европе. В него не единожды попадала молния, а в начале этого столетия дерево сжег один из местных подростков. Через несколько лет он трагически погиб. Конечно, это очень печальная история. И когда однажды я привел в парк гостей в очередной раз, я увидел, что дерева нет, оно не возвышается над парком. Конечно, я был в шоке, я сюда побежал, увидел страшную картину, вот валяющиеся, в общем, обгорелые ветви дуба, ствол обгорелый, вот, пень весь черный. Ну, то есть дерево не стало, оно было сожжено.
буквально в этот же день я узнал от местных мальчишек, кто был, в общем-то, тот самый поджигатель. Оказался местный мальчик из Суиды, которому было на тот момент 13 лет. Вот. Когда он пришел в музей, сам пришел, и он сказал, что это я сделал. Я ему сказал, зачем ты же знал эту историю, вы же все местные, вы же тут как выросли. Он сказал, я хочу попасть в историю. Говорят, что самое величественное дерево в округе было настолько большим, что обхватить его могли только всемером. В дупле, которое появилось от удара молнии, помещались 3 человека. Но теперь история пушкинского дуба всего лишь легенда. Борщевик оккупировал все берега озера и своим ядом отравляет все живое вокруг, будто сама природа против появления здесь нового великана. Дуб являл собой, по воспоминаниям местных жителей, великолепное зрелище. Он был большим, выше всех деревьев в округе, и свою крону покрывал часть пруда и близлежащую территорию. Но сколько бы ни было попыток посадить туда свежий дуб на это же самое место, почему-то не приживается. То есть, может быть, не суждено. Необычная история произошла и с могилой предка Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала. Захоронение случайно обнаружили перед приездом в эти края президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама. К визиту местные чиновники решили подготовиться тщательным образом. Даже сравняли с землей старинное кладбище. И вот тогда среди заросших надгробий помещиков, священников и крестьян странным образом обнаружилась плита с именем предка Пушкина. Красили заборы, чистили канавы. И вот решили кладбище благоустроить, то есть просто его спахать, чтобы ничего тут ему не мешало взору. Ну и, конечно, все это было сделано в тайне за одну ночь. Вот. Трактор, бульдозер, когда они начали здесь работать, то, конечно, не ожидали, что под землей будет столько много плит, крестов. Все это было свалено в ямы, закапывалось спешно. В общем, люди эти живы, они потом приехали в музей, рассказывали, как это вот все было, какой потом они все-таки понимали, что они, конечно, так сделали в то время ужаснейшее дело для вообще всего края, потому что как можно было кладбище уничтожить? Печальная судьба и у усадьбы Ганнибала в деревне Кобрино. По местной легенде, здесь мог быть зачат Александр Сергеевич Пушкин. Здание хоть и сохранилось до сегодняшних дней, но долго ему, видимо, уже не простоять. Сначала усадьба горела, потом была заброшена. Многие стены разрушены пожаром и временем. А некоторые конструкции до сих пор разбирают в поисках клада. Появился лет за 200-300 до того, когда эти знания могут быть реально востребованы жизнью. И он пишет: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды», потому что вот этот период, в который мы вошли, период смены логики социального поведения, называется периодом звезды. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и невинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды». И вот, предупреждая своих современников, с болью в голосе он пишет: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Пушкин хорошо понимал методы управления массами людей и верил, что если каждый человек сам не будет управлять своей судьбой, то за него это сделает кто-нибудь другой. Говорят, даже Гёте, а он был причастен к масонскому ордену иллюминатов, с особым благородством признал гениальность русского поэта. Хотя Гёте намного старше Пушкина, Пушкин в свое время отправил Гёте сборник своих произведений. Гёте изучил этот сборник, был потрясен их глубиной, он сумел проникать во второй смысловой ряд. И после того, как он ознакомился с творчеством Пушкина, он направил Пушкину письмо. И
в конверт была, было вложено то перо, которым он работал всю жизнь. А написал он следующее. «На земном шаре появился человек, гораздо глубже меня, проникший в тайны мироздания. Я могу спокойно умереть». Мысли о своем негативном отношении к масонству и его представителям Пушкин не единожды выражал в своих произведениях. Примерно за полгода до восстания декабристов поэт написал пророческую сцену из «Фауста». Тогда на Сенатской площади были арестованы примерно 600 человек. Половина из них были масонами. К тому же незадолго до этого у Пушкина возник конфликт с Павлом Пестелем, руководителем масонского общества «Южная звезда». Сгоряча тот назвал поэта обезьяной. Простить подобное Александр Сергеевич не мог никому. Сцена из «Фауста». Что там белеет вдалеке? Корабль испанский, трехмачтовый, пристать к Голландии готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь. Она недавно вам подарена. Ну и ответ Фауста – все утопить. Корабль испанский трехмачтовый. Три степени посвящения масонства. Ученик, мастер и подмастерье. Да? Масонство в ту пору перемещалось из Испании в Голландию. Дальше 300 человек – это как раз точная цифра тех, кто вышел на Сенатскую площадь. Ну и руководители Северного и Южного общества тоже нашли свое отображение в этом отрезке, ровно в такой же, значит, оценке, как Пестель высказался по отношению к Пушкину. И, может быть, поэтому Пушкина так сложно перевести на другие языки. Сделать это очень хотел Владимир Набоков. Но после попытки перевода на английский он сдался. Набокову не удалось передать скрытый смысл, заключенный в произведениях Александра Сергеевича. Он сказал, творчество Пушкина – это золотая клетка и птичка в этой золотой клетке. А когда он закончил перевод, то итог его был такой. Золотая клетка осталась, а птичка улетела. Историки до сих пор не могут сойтись во мнении, что происходило с поэтом в последние годы перед трагической смертью. Одни уверяют, что причины все больше бытовые, проблемы в семье, долги. Все это только подталкивало Пушкина к необдуманным поступкам. К тому же он был не совсем обычным человеком. Для душевного равновесия ему нужно было больше, чем остальным. Это на самом деле тяжкий крест. Ощущать, предчувствовать, слышать больше, чем нормальный человек, которому солнышко светит, травка зеленеет, и вот оно для счастья вполне достаточно. А вы все время, если обладаете этим даром поэтического мышления, да еще даром ощущать время, то, что мы называем пророческим даром, да, вы чувствуете, что будет завтра, послезавтра, потом, дальше. Но есть и более загадочная версия гибели поэта. Пушкин не любил военное дело. Еще в лицее он получал самые низкие оценки, в том числе и по точным наукам. Он считал, что физику и математику придумали для войны, а это несет смерть. Пушкин
Пушкину было не по пути с такими принципами. Он участвовал в 8 дуэлях и каждый раз шел на них, не собираясь убивать. И он тоже не был ранен ни разу. Существует версия, что его неуязвимость была связана с особым мистическим ритуалом. Он, безусловно, имел и контакты с очень серьезными людьми, с людьми, владеющими особыми методиками и особыми способами воздействия на происходящее, владеющих эгрегориально-матричным управлением человечеством. Так вот, у Пушкина, благодаря вот представителям жреческих структур России, были поставлены схемы защиты от дуэлей. Очень широко была распространена информация, что Пушкин, в отношении Пушкина есть заговор, и в него попасть в принципе невозможно. И все это знали. И когда все это знают, то это как раз на уровне психологии ставится такая шторка, которая, ну, действительно не позволяет выстрелить прицельно. И, собственно, снятие заговора сводилось к тому, что для Дантеса была выкована кольчужка. В голову стрелять было нельзя, и поэтому страх Дантеса перед Пушкиным благодаря кольчуге просто растворился. Смерть поэта исследователи сравнивают с ритуальной казнью за громкие высказывания. Узнать истину о тех событиях нам вряд ли когда-нибудь удастся. Для каждого Пушкин так и останется своим. Для кого-то гениальным, для кого-то сакральным и даже пророческим. Впрочем, от последнего чина сам Пушкин отказался еще при жизни. С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея, он важно лгал и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный, стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный, не нужен мне пророка важный чин. Но тем не менее и по сей день люди пытаются расшифровать тайный код, скрытый в произведениях великого поэта. Код, который поможет найти свое лукоморье, то самое заповедное место, в котором каждый обретет счастье.